Это «Давеча». Продолжаем выпуск. Сегодня стали известны предварительные итоги ЕГЭ. В этом году экзамены пытались сдать более 6 тысяч школьников, но получилось не у всех. Об этом заявил министр образования Кировской области Александр Измайлов. Он напомнил, что во время проведения итоговой аттестации в школах дежурили сотрудники УМВД. Во всех аудиториях были установлены камеры видеонаблюдения. Также из некоторых аудиторий велась прямая онлайн-трансляция. За частотой проведения экзаменов следили почти 650 общественных наблюдателей. Но несмотря на это, несколько школьников все же пытались воспользоваться телефоном, хотя это запрещено. У одного ученика звонок раздался прямо во время экзамена. Все нарушения были зафиксированы. Вся процедура итоговой аттестации в Кировской области, она состоялась. Она состоялась, с нашей точки зрения, весьма успешно. Не было никаких технических сбоев, не было никаких проблемных вопросов по 11 классам. Действительно, мы констатируем сегодня факт, что у нас были 4 случая удаления ребят 9-классников. Во время экзамена причина была та, что ребята пользовались телефонами, мобильными телефонами. 4 человека, которые были удалены. 3 из них, которых не получат сегодня аттестата, поскольку они были удалены с экзаменов по основным предметам.